Всем привет, дорогие друзья! Буквально на днях в первой части видео я рассказал маркетинг-план своими словами и те возможности показал, какие мы можем получить от компании Away. А в сегодняшней части мы поговорим о таком существенном моменте, как обучение, образование в системе компании Away или Diamond Alliance. И хотелось бы мне начать с того, что мы будем исходить сейчас от, скажем, обучающей системы именно компании Amway. Это та программа, которую она дает бесплатно всем своим партнерам. Вот. И если, скажем, дело начинается с того, что новичку интересен бизнес-план, и он хочет в этом разобраться и, скажем, заниматься строительством этого предпринимательства, то здесь компания Amway нам предоставляет такое приложение, которое называется Amway Start. Можно найти его в Play Market. Вот все эти приложения там есть в Play Market. И где вот это приложение, чем оно особенно интересно? То, что с нуля новичок может пройти все шаги. Вот зачастую люди к нам приходят и говорят, что он может делать, да, в вашем предпринимательстве. И именно вот это вот приложение, оно для новичка вот и создано. Что он его открывает, и там написано, что вот нужно написать список, да, нужно пригласить человека на встречу и так далее. И вот это приложение, оно ведет человеку к тому, что он в процессе, скажем, того, что он делает и прописывает какие-то шаги, он еще начинает обучаться. Параллельно есть такая платформа Amway Академия, куда, собственно, приложение, вот эти ссылки ведут туда, в эту Amway Академию. И там есть такой ресурс, как Rubelix. Вот. Ну, я о нем чуть попозже расскажу. Вот. Это то, что касается Amway Start для новичка. Второе приложение «Делись, пробуй, подключайся». Это приложение позволяет нам визуально посмотреть, на какие доходы мы можем рассчитывать. Если мы, допустим, берем, составляем свою корзину месячную потребление продукции компании Amway и выставляем, допустим, количество тех людей, которые нас повторят. То есть сделают то же самое. Если я, допустим, пью XX, и что будет, сколько я буду зарабатывать денег, если, допустим, 10 человек, точно так же, как и я, будут пить XX раз в месяц. И вот очень интересное приложение, то, что вы набираете продуктовую корзинку, смотрите, сколько человек вас повторяют, и вы сразу видите свой доход. То есть потрясающее приложение, можно прямо вот, я не знаю, там сидеть, пробовать вот эти разные вещи со стиральными порошками, с витаминами там или еще с чем-то. Вот. Третье приложение – это «Бизнес для каждого». И вот это вот приложение позволяет нам в режиме теста пообщаться с человеком, позадавать ему вопросы, которые созданы в этом приложении. И вот это приложение нам помогает понять, насколько человеку будет интересно и насколько он подходит под параметры, допустим, предпринимательства, партнерства с компанией Amway. Тоже очень замечательное приложение, и я советую его использовать, когда мы общаемся с людьми. Вот, это дает, скажем, возможность более широко увидеть потребности данного человека вот, и тому подобное. И дальше мы переходим на сайт компании Amway. Это непосредственно то, что я говорил, это уже на странице компании Amway. На сайте есть Amway Академия. На ней потрясающий ресурс Rubelix. И вот этот ресурс Rubelix позволяет нам пройти 4 института. То есть смотрите, как интересно, даже человек, который, допустим, пришел в компанию Amway, стал партнером и просто пользуется продукцией, он может обучаться независимо ни от чего. По несколько минут, допустим, проходя вот эти увлекательные обучения. И Rubelix нам дает возможность обучаться по 4 направлениям, 4 института. Первый институт – это красота. Это, конечно же, косметические направления, артистри, косметика, визажисты, визаж, там, нанесение и тому подобное. То есть даже девушку, допустим, в принципе, может быть, даже и парень там, или еще кто-то, могут прийти и с нуля научиться вот этому всем, скажем, моментом, на которые, допустим, в повседневной жизни люди, может быть, даже тратят огромные деньги на то, чтобы выучиться на визажиста, там, вот, научиться, допустим, макияж делать и так далее. Следующий институт – это здоровье. Это, конечно же, биологически активные вещества Nutrilite. Это мультиминеральные комплексы, мультивитаминные комплексы. И здесь мы можем, скажем, изучить все это направление Nutrilite и
получить. Причем самое интересное, то, что я хочу сказать, вы здесь будете обучение проходить не просто так, допустим, проходя какие-либо тесты, и вот эти вот вопросы, там, выполняя задания и так далее, вы даже будете сертифицированы от компании «Amway» какими-то наградными грамотами, каким-то дипломом там, или еще что-то, то, что вы там, допустим, прошли консультантов, то, что вы стали мастером там, или еще кем-то. Вот. То, что вы можете, допустим, проводить, вот как у меня партнер Родин Олег, он получил сертификат, то, что он может работать с людьми, может проводить детокс-марафоны. И, собственно говоря, он стал куратором, именно обучаясь вот здесь, вот в этом институте здоровья. И, конечно же, для нас здесь расширяются границы в плане того, что помимо красоты здоровья мы для себя здесь можем рассмотреть. Есть такой институт, как Digital, это на сегодняшний день потрясающий, скажем, молодежный ресурс, который позволяет нам научиться, как правильно работать в соцсетях, как контактировать, скажем, с клиентами и партнерами именно в соцсетях, с друзьями и знакомыми. Вот. Это очень огромный ресурс, и там проходить его, конечно, придется очень долго, но хотя я хочу сказать, если есть цель, можно поставить и, допустим, сделать все это быстро. Но, а с другой стороны, вот мы с нашим наставником, и как вот наш наставник Сергей Конов, он говорит, это потрясающие вот такие ресурсы, которые за один раз их не поймешь. То есть все равно по второму, по третьему кругу мы начинаем их проходить, проходим эти тесты. Это очень занимательно, очень интересно. И каждый раз мы получаем что-то новое от этого. Вот. И четвертый институт – это предпринимательство. Это как раз вот речь идет о том, как создать свое предпринимательство в партнерстве с компанией Amway. И один из таких примеров – то, что в нескольких городах России очень хорошо сегодня развивается этот путь, и очень хорошо развита программа под названием «Мама-предприниматель». То есть те девушки, которые сидят в декретном отпуске, они имеют возможность, допустим, по этой программе обучаться в этом направлении предпринимательства в партнерской компании «Amway». И уже очень много девчонок, которые именно вот находясь по уходу за ребенком, именно в этот период стали предпринимателями или открыли какие-либо другие предпринимательства, не связанные с компанией «Amway». То есть это вообще вот что-то такое. Вот. Это то, что вот касается, в частности, компании Amway, то, что она нам предоставляет, да, вот эти вот, скажем, бесплатные ресурсы. И если здесь в компании Amway мы, допустим, получаем какую-то вот теоретически техническую часть, да, то эмоционально-практическую часть мы можем получить с других ресурсов, а в частности, это такой интересный ресурс. Вот я сейчас покажу, вот у меня на компьютере он включен. Это как раз вот выступление Наташи Ены сегодня было. Вот. Это The Life Info. Это, скажем, уже закрытая платформа. И, естественно, она платная. И то, что мы имеем возможность, скажем, за ту плату, которую мы отдаем, мы, во-первых, помогаем, скажем, развитию этого ресурса. И второй момент, конечно же, мы здесь обучаемся платно и имеем возможность получить вот из первоисточников ту важную информацию по практическому какому-то взаимодействию с компанией, по практическому взаимодействию со своими партнерами. Вот, как, вот допустим, сегодня тема была у Наташи, как выстраивать глубину. И вот, по большому счету, где мы такую информацию еще можем найти? На улице нам ее никто не расскажет. Вот. И, конечно же, организатором и президентом вот этого ресурса The Life является у нас вот такой вот человек, Вадьена Джеймс из Венгрии. Вот. Он является спонсором Натальи Витальевны Йена. И у нас потрясающая в этом отношении команда, в частности, находится более 100 бриллиантов в этой обучающей системе. И мы имеем возможность получить именно вот тот, скажем, посыл от этих вот бриллиантов, изумрудов, допустим, посланников, короны и так далее. И здесь вот The Life Info, сейчас это выглядит как, допустим, ресурс вот в электронном виде такой, да, но наше обучение и, допустим, наше, как вам сказать,
позиции в образовании изначально, вот, допустим, мы когда пришли в 2005 году, у нас изначально были кассеты, потом это перешло в ресурсы, диски, да, вот. Сейчас диски тоже отошли немножко в сторону, и сейчас, скажем, носителем являются там флешки там, или еще что-то. Вот. Но в любом случае мы все равно остаемся при том, что мы стараемся читать книги. Вот. Допустим, вот такие вот «Успех» – это система, да, опять же, вот Джеймс Вади, Дон Файло Нейсив, Алан Пис, вот, то есть Макс Шварц. Это как раз вот те руководители, те спикеры, которые дают нам возможность получить потрясающее качественное образование. Причем я хочу сказать то, что вот это образование мы получаем не только на ресурсе DaLife.info, а также получаем на семинарах. И вот если говорить о семинарах, допустим, ну, изначально мы в узком кругу можем собираться на открытых встречах, где-то в отдельно взятом городе, это где-то порядка 200-400 человек собирается. Вот. Когда мы там поздравляем, новые уровни, когда делимся опытом, практикой. Дальше идет у нас это региональный семинар двухдневный, который называется BBS. И здесь уже, скажем, численность посещений достигает порядка 2000 человек. Вот. Эти вот BBS-семинары проходят два раза в год. Вот. И следующая категория, допустим, обучения для нас есть ВЭС-семинары или международные семинары. Вот. И вот один из таких, допустим, международных семинаров в ближайшее время будет в Москве 20-21 ноября, куда мы собираемся, куда мы едем. И вот то, что я вот этих людей назвал, они уже на наших семинарах присутствовали. Помимо них там были очень много спикеров, таких как Даг Ви, допустим. В 2006 году я попал на свой первый семинар, где был приглашенным гостем Бодо Шефер, который мне мозги настолько прочистил, блин, что я начал понимать, где я нахожусь и что я сделал в своей жизни, да, а чего еще не успел сделать. Вот. Конечно же, другие спикеры. И у нас есть потрясающая возможность, вот, допустим, 20-21 числа лицезреть такого человека, как Игорь Манн. На сегодняшний день его называют, прямо вот я записал, главный маркетолог всех народов, писатель, который имеет свое издание. Он консультирует первые высокие лица, допустим, нескольких стран. Вот. И Игорь Манн, он сам по себе в семье является активным пользователем продукции компании Amway. И вот его тема будет именно как раз построение предпринимательства в партнерстве с Amway. Представляете, как это здорово? Нам прям в тему. Мы едем на семинар, задаемся вопрос, как строить предпринимательство Amway. И есть человек, который пользуется этой продукцией и который является маркетологом и консультантом. Вот. И мы получим потрясающие вещи от него. Вот. И Конечно же, вот скажем, партнеры, которые достигают высоких уровней, уже 21% и более, у них обучение уже связано с тем, что они, допустим, и в путешествиях, в поездках там обучаются, там уже, скажем, более узкий круг, уже, скажем, информации более подробные, более серьезные, да, вот. И те лидеры, которые с этих путешествий приезжают, с этих обучений, конечно, мы их всегда ждем, заради Бога, для того, чтобы услышать новости, что произойдет, что будет в ближайшие, там, допустим, 10-15 лет. Вот. Ну что, друзья, вот я как бы вкратце вот так вот эмоционально выдал вот эту порцию, да. То есть, смотрите, сегодня, собственно говоря, можно даже благодаря компании Amway не поступать в институт, в университет, ну, потому что зачастую в большинстве случаев люди не работают по своим специальностям. И мы имеем возможность здесь потрясающе просто вот обучаться и получать образование именно вот в этой системе, системе компании Amway и Diamond Alliance. Я хочу сказать, что Diamond Alliance – это не только для тех людей, которые будут строить бизнес Amway. Очень много людей к нам на эти семинары приезжают, которые являются высоким менеджером в каких-либо компаниях, директора генеральные и тому подобное. И они используют этот опыт, скажем, практиков, да, далеко ходить не нужно. Допустим, у моего партнера, где она работает, Рима, у нее директор, он всегда слушал эти семинары для того, чтобы развивать свой риэлторский бизнес.
То есть, смотрите, да? Вот. Поэтому есть к чему обратиться, есть что. Но, пожалуй, вот все, дорогие друзья, на этом все. Я желаю всем здоровья, добра, образования и выбрать для себя правильное направление. Все, всем пока.